Ну да, логическое продолжение, в общем, первой части. О, сразу замес, сразу зомбак какой-то. Похоже на сталкера, это правда. И стрелять, кстати, клево. Максимум концентрации. Тем, кто только что присоединился, ребята, не пугайтесь. Здесь есть и экшен-составляющая, и хоррор-составляющая. Разработчики пытаются грамотно как-то все дело комбинировать. И местами идет вот такой вот замес под рок-запилы, а местами вас оставляют одного наедине с темными туннелями и зомбаками. В общем, пытаются разработчики, ну, пытались сделать такой российский Fear / Stalker. Ой! Ничего себе тут. Надо научиться драться, ну, в ближнем бою. Чего ты там ждешь? Ну, сталкер, конечно, чисто будет сталкер. Хотя сталкер тоже был страшный. Первая встреча с кровососом. Ой! Это что такое? Ребята! What the fuck? Что такое было? Ой! Это женщина, похоже. А где мои все? Чё они меня оставили? На кого меня они оставили? Профессионально убили этих. Перезахват, ребята, да. Так, давайте, ребята. Давайте, давайте. Есть! Есть! Братки смогли! Так, где остальные? Так, так, так. Прям как в контре. Прям как в контре. Да уж, действительно. Ну нет. Продолжаем работать. Ну что, вас хватило только на полтора пролета, блин? Смотри лучше по сторонам. Я-то смотрю по сторонам, а ты не можешь преодолеть ступенечку. Или их трупаки эти так в ступор вводят. Может быть, их не нужно убивать здесь. Может быть, их нужно спровоцировать на себя. Куда-нибудь увести за собой, подать, что на лестницу. Чтобы трупов не оставалось. Бегом! Сагрим всех сейчас. Все, больше нету здесь. Ну давайте, поднимайтесь. Нет, братки, не стреляйте. Ах, похоже, вот этот вот станет непреодолимым препятствием для них. Ну, черт возьми. Да не, ребят, я уже раскрыл тайну. Нужно просто их убивать не на лестнице. На лестнице они их обойти не могут. Просто бежим со всех ног. Берем нож в руки, как в контре, чтобы быстрее бежать. Этого чиркнули, этого чиркнули. Так, а братков нужно застопорить как-то. Давайте, 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 давайте. Все, ребята, прошел этот пазл сложный. Было нелегко, скажем прямо. И местный капитан Прайс. Мы ждем вас. Я могу тоже, кстати, с такой. Да все, все, отхожу, пожалуйста, иди, только не залипай больше.
Окей, чувак, прикрывай мой тыл. Я только за, если ты не будешь застревать больше. Это не сварочные маски, ребята, это такая муниция, обмундирование у группы Альфа. И какие у нас там еще СОБР есть? Антитеррор. Ой-ой-ой, как мне двери в полбу заехали, нормально, я же испугался. Вдруг сварка, они не готовы, да. Вдруг что-то придется сварить срочно. Борщ, например. Да, не, вроде все собрали. Надо еще раз лифт попробовать. Да, Тарон, спасибо. Я знаю, что они сливаются с полом. Я вот уже нашел парочку таких, которые лежали вроде как мусор, вот так вот. Но можно было кликнуть в них на самом деле. По-моему, все. По-моему, я все собрал. Нужно еще раз попробовать потыкаться. А, профессор скажет, когда все соберешь. Окей. Блин, вот это отстойно, конечно. Ой, нет! А, фак, я застрял. Вот угораздило меня под парту залезть. Братки! Братки! Братки сами, небось, застряли где-нибудь в лестнице. Нет, мне придется сейчас все заново собирать. А, черт! Надпись «Спаси меня». А, ладно, придется погибнуть героем, судя по всему. Какой у меня там сейф-то хоть последний? Автосейф, ну ладно. Может, меня взрывом гранат отбросит? Еее, ребята, MLG. Просто MLG. Смекалочку не пропьешь. Спецназовскую. Так, на заметку, не идти в контакт с зомби и не залезать под парты. К жвачке под парты прилип. Я вот, кстати, никогда не лепил жвачки под парты, потому что сам вляпался много раз коленкой в них. Так, на верхних... О, боже мой, браток. О, я ж мурашками покрылся. Прикрыл, блин, мой тыл нахрен. Попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою. О, я думаю, чем меня подпирает сзади чей-то ствол, блин, что я сдвинуться не могу. Фух. Заходи, блин, внутрь, чё сидишь? Ну... Шо, блин, присел в раскоряку как-то. Пошел нафиг, без тебя, блин, поеду. Давай, пролезай. Опа-на, это что такое? Так, калаш, калаш, нужно быстро двигаться. О, с гранатой быстро бегаю. Так, 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 так. Отстанет меня. На ход кидаем гранату. Браток. Нет, 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 калаш слишком медленный. Так, каску, каску наденем, на всякий случай. Так, что-то можно было сделать рядом со щитком. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, я понял прикол. Так, а как мне это сделать? Как мне туда... MLG, ребята. Фух. А, братки,
Ой, ты что? Я думал, вы свои, блин. Да что ж такое? Нормальными так. Нет, только не говорите, что мне заново... Фак. Мое MLG сошло на нет. Сразу за MLG следует GLG. Народная поговорка стрима Базуза. Но зато теперь я знаю, что... не нужно тратить патроны на толстого братка. Так что во всем есть свои плюсы. Мы просто вот сюда идем и жмем кнопочку. Пробегаем через нее. Все. А, нужно пулемет только взять. И сделать себе Evil Within режим включить. Все. Это так, так и задумано было, ребят, чтобы пройти с наименьшей тратой патронов. GLG это на стримах по FIFA, когда мы говорили MLG, нас дразнили GLG не Major League Gaming, а Говноед League Gaming. Да я не буду их вообще убивать, ребят, нахрена патроны на них тратить. Я уже... браток! Ох. Вот их нет, нет, блин, и тут появляется один неожиданно. Все, теперь буду на стрёме. Так, ну браток явно мне что-то подсказывает. Он как собака, он стоит и как указывает мне на что-то. Обезболивающие. Ой, так. Все, короче, остались мы одни. Что на самом деле не радует меня особо. Что это такое, блин? Только я остался один, и сразу какая-то... Чубака на меня выбежала. О. Ну что, что за звук? Я в углу. Я в углу, я в углу. Пулемет. Сохранимся. И на нормальный сейф тоже сохранимся. Короче, это полная жуть будет, я так думаю. Вот то, что я остался один. Ну, ну что за звуки, блин? Я не понимаю, бежит кто-то за мной или нет. Еще крысы эти везде, блин, под ногами. Нормально, короче, хоррор начался, я хочу сказать. По самой не балуйся. Куда, блин, идти? Ни хрена непонятно. Надеюсь, я правильно иду. Столовая. Все в кетчупе перемазали. Я люблю, кстати, Хайнс. О, у меня такой же чайник был на даче. Нормально. Плюс у тебя был такой же чайник. Он, по-моему, не свистел. Приходилось просто смотреть, когда там пар идет. Наполовину прошел игру. Ну, кстати, 2 часа прошло. Что такое? Коридоры. Ненавижу коридоры. А мы опять в больничке тем временем. Ой, фу, в больничке. В СЦП исследовательском центре.
О, боже мой. Вот как знал. Просто как знал. И самое смешное в этот момент смотреть на планшет, потому что у вас еще этого не произошло, и смотреть на вашу реакцию в чате потом. О, боже мой. Боже мой, страшная игра-то. Обезболивающие. Страшный вот этот эффект, конечно, с замедленным голосом. Так, но меня снабжают добром. Это не к добру. Что за звуки? Я сейчас заблужусь, короче, нахрен. Да замолчи ты уже. Куда, блин, идти здесь? Это наше вот или не наше, я не понял. Сейчас меня расстреляют, и все чем это закончится. Красиво нарисовали, конечно, модельки и анимацию. Братки! Это не братки! О, черт! Вот это вообще обман века просто. Пускай это сами разбираются друг с другом. Тогда нужно этих... Нужно этих валить в первую очередь. А здесь... А, еще раз мне, кстати, вот дают эту самую снайперку, так что можно было не лазить туда. Вот. Что мы будем делать? Нет, не будем? Ну, блин, естественно, да, нельзя взять. Блин, это бобень, блин, меня пугает. Ты иди! Нет. Нет. Ну, нет. Фак. Черт возьми. Можно я без нее уеду? Блин, ну как так? Чертов конец игры уже, имей совесть. Fuck my life. Автосейв, блин, 20 минут назад, вы серьезно? А, мне, слава богу, он два квиксейва делает. О, благословить тех, кто придумал эту систему, делать два квиксейва. Так, потом этот пугающийся придурок. Ну куда ты побежал? Так, не убивать их там, не убивать их там. Алекс Диджей Сан с 6. Нет, не беги, у тебя ничего не получится. Ты не испортишь мне игру. Я боюсь, мамочка. Все, преодолели, блин. Тяжелейший квест.